внучата, наконец-то я пришла домой к бабуле Тигрени. Ах ты, дверь закрыла. Ну ничего страшного, зайду отсюда. Мне нужно проверить один секрет. Бабулита, привет. О, бабулита, не беги за мной. Не беги, сказала, за мной. Мы заходим быстрее в эту комнату. И-ху-ху-ху. Отлично. Бабулита, ничего ты не сделаешь мне. Слушай, я вообще-то Гренни. В подвале у тебя какой-то секрет есть. Заходим и вот эта дверь быстрее. Внучата, где я появилась? Я в Гренни Роблокс. За мной бежала скритичер! Что произошло? Ну только даже да. Один лайк плюс одно добро. Поставь лайк. Ё-моё, всё привет, мы играем сейчас Гренни Роблокс. И через Мисти мы попали сюда. Я играла Мисти, скритичер. А, беги быстрее, она поймает нас, я очень долгая. Ё-моё, эта бабка очень злая. Ах ты, внучонка. Блин, бесполезно, ладно, пойду за внучком, он намного интересней. Ё-моё, ты чё телепортируешься, бабулита? Сегодня наша цель — это сбежать из этого офиса. Для этого нам нужны предметы. Но, чтобы добыть предметы, нам нужно открывать вот эти вот все замки. Видите, сюда нужна труба, сюда нужна ключ-карта. Понятно. Трубу отсюда заберем. Отлично, несем быстрее наверх. Надеюсь. Так, девчуля, я тебя могу спасти, типа? Конечно, могу спасти. Давай быстрее, пожалуйста. Только успей, главное. Девчуля, я тебя спас. Девчуля. А, она идет. Ё-моё. А, она поставила капкан. Нет, бабулита. А, внучок. Ну-ка, трубу отпустил, внучок пердок. Ё-моё, бабулита. Спасите кто-нибудь. Тебя никто не спасет. Ой, внучка пошла наверх. Я буду караулить этого одорщика. Давно к нам не заходил. Внучок пердок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну все, капканчик поставлю, чтоб еще кто-нибудь попался. О, на перил забралась. Что происходит? Ё-моё, бабулита, ты издеваешься, что ли? А ну-ка, мы этот предмет взять не можем. Все понятно, меня никто не спасет. О, мы появились в секретном особняке бабулиты. О, какая же ностальгия. Лет 10 не играл в эту игру. Бабулю-то я вижу. Она там, в секретном домике. Но нам нужно открыть вот эти ворота, чтобы сбежать. Я вижу уже какой-то ключ. И не знаю, откуда он. Но мы каркей. А-а-а, каркей, в принципе, открыт уже, тачка. Вот, видите, осталось нам 3 ключика. А точнее, B2, чтобы открыть ворота. Бабулита, ты же не идешь за мной? О, внучок, конечно, да. Кто там прячется, тот не виноват. О, внучка, вижу, иди сюда, внучок, пердок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бабулита, ты чё там поёшь? Нам нужно срочно найти ключ. Давно реально не заходил. А, кто тут? Я боюсь. О, я думал, ты бабка. Чувак, у нас есть план сбежать. Ищи ключики. Да вот они все ключики, ты издеваешься? Первый ключ. Забираем. Сейчас мы сделаем концовку. О, внучок, иди сюда. О, она тут. Спасай. Внучок, не держи ключ. Ну-ка, нам нужно добыть еще один ключ. О, они этот ключ хотят забрать. Бабулита, можно заберу ключ? Нет, сказала, не заберешь, внучок пердок. Ну-ка, нам нужно срочно открыть ворота. Бабулита, ты же нам дашь это сделать? Там только осталось 2 ключика. Точнее будет 2 замка. Да, бабулита, нам ничего не сделать, походу. Е-бой, посмотрите, уже красный открыли. Открываем вот этот. Остался зеленый. О, внученьки, никуда вы не сбежите. Я несу ключ, бабулита. Ты не против? Я думаю, ты не против. Да нет, я не против. Давай, делать концовку. Убегайте от меня. Ну что-то, вы все равно ко мне вернетесь. А, ну да, конечно, вернемся. А, страшно. Отдай мне ключ, пожалуйста. Дай мне ключ. Или давай, ладно, открывай. Так, я пока на всякий случай сюда заберусь. А то она может... Ой-ой-ой. Теперь осталось нам открыть ворота. А, внучки, вам показать, где открывать ворота? Чего? Смотрите. А, нам нужно раскрутить. Ну надо же, просто так мы отсюда не свалим. А, внучат, ну что вы меня хотите развести? Я самая умная бабулита в мире. Кстати, если вы хотите, чтобы Адорчик сыграл за бабулиту, напишите комментарий, Адорчик бабулита, то есть 2 слова. Ну, окей, подписчики напишут, если они хотят. А что с твоим платьюшком? О, внучок, не спрашивай. Я пришла из мира Мисти, скритичер, поэтому у меня платьюшко немножко затормозилось. Какая-то очень странная платьюшка стала. Ё-моё, бери. Так, нам нужно срочно
Срочно как-то выбраться, может, отсюда выберемся, а? Как думаешь? Я не знаю. Нам нужно что-то сделать. Что сделать? Ну-ка. Хаммером. Хаммера не получится. Ключанский забрала. Я сама тогда открою, если ты не хочешь. Что-то у тебя питомец там стоит. Это просто обычная мышка. Ну да, интересно. О, тут оружие можно собрать. Соберем оружку против бабулиты. Не знаю, бабулиты не видно пока. Она зашла в секретный домик. Секретный домик, в котором она живет. О, внучата, я вас не трону, не бойтесь. Серьезно? О, тут есть лом. Лом тогда заберем. Что еще тут есть? Сейф-кей и лом. Хорошо, мне кажется. Подожди. Хопа! Ключ-карта, я помню, где она. Расцветали яблони и груши, попрились туманин над рекой. Выходи... Я забыла слова. Слава забыла, слабыла, бла-бла-бла. Что, бабуля, ты что ты несешь? Ё-моё, наконец-то есть кей-карт. Теперь нам нужно срочно открыть ту штуку. Она там открыла все, да? Да, она проход открыла нам. Отлично. В принципе, девчуля помогает, это хорошо. Осталось открыть там, получается, с ключ-картой. Интересно, это сработает? Смогу ли я сделать концовку в этом дурацком особняке? Бабули-то пока не видно. Но, в принципе, мы втроем. Третий чувак — это тот пацан. Он в доме прячется, он боится. Друзья, вы боялись бы? Прятались дома, либо вы рискнули бы путешествовали по этому особняку? С бабули-то вместе. Давай. И раз. Ес! Так. Теперь у нас там загорелось. Ничего подобного. Я хочу выбраться. Как мне теперь выбраться? У нас вот эта штука должна открыться, да, походу? Но не получается. С этой штукой сможем? Не можем. Ну что, я пошли. Разрежу. Идешь со мной? Конечно, иду, девчуля. Давай. Ты молодец, конечно, в очках, типа, знаешь. Я специально, чтобы плохо видеть бабулиту. А то на нее смотришь и боишься уже. Один страх. Один страх? Ну да, я тебя понимаю. Девчуля, давай. Я ключ карты открыл, теперь ты. Разрезать должна. Куда? Подожди, ты куда пошла? Я иду туда, я правильно иду. Можешь не беспокоиться. Ты просто забыл, давно не играл. Ну да, в принципе, возможно, да, я забыл, куда ты идешь. Но ты должна что-то разрезать. А-а-а, вот оно что. Ну, конечно. А ты что думал? А для чего это? Ты что? А-а-а, чтобы открыть, нам нужно что-то еще. Интересно, сломом пройдет этот механизм? Интересно, давайте посмотрим. Нет, не прошел. То есть сюда не лом нужен. Что там интересно? Бабули-то делает. Ну, чата, все ко мне, быстро. Быстренько собрались оперативно. Расскажу одну новость. Что там, бабули-то? Ну, на каналчике Adore Player вы будете находить периодически такие ролики. Серьезно? Если соберете 5000 лайков. Друзья, давайте соберем 5000 лайков. Как думаешь, бабули, ты соберем, нет? Конечно! Ё-моё! Очуметь! Теперь будем знать. Теперь будем реально знать. Очуметь, бабули-то вышла из мира Scary Teacher и направилась сюда. Очуметь просто. Это круто. Ну посмотрите, что у нас тут есть. Это инвентарь. Думаете, тут ничего нет? Но смотрите, в шопе мы можем купить за 9 миллиардов миллионов вот такие прикольные, классные платьюшки. Если вы хотите продолжение с такими платьюшками, я попробую договориться с разработчиком. И я получу эти все платьюшки. Смотрите, бабули-то теперь у нас шериф. Очуметь. Круто. Вот это да. Платьюшка, нан. Блин, это капец. Ладно, друзьяшки, на этом все. С вами был я, Игорь Кудрон. Надеюсь, понравился этот ролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Совсем удачи, всем добра. Всем спасибо, если хорошо, делайте добро, не забывайте, всем пока.